Как показала Маевка 2015, празднование Дня весны и труда становится все более популярным в Череповце. Желающих поддержать профсоюзы и, как в старые добрые времена, с транспарантами и флажками пройтись по улицам города оказалось так много, что колонна демонстрантов растянулась от улицы Столяров до площади Металлургов. Приветствую участников первомайского митинга! Ура! Ура, товарищи! Мир, труд, бой! В этом году Первомай стал общегородским праздником. В нем приняли участие представители 22 профсоюзных организаций. Металлурги, химики, строители и железнодорожники, работники государственных и муниципальных учреждений стройными рядами прошли по улице Ленина. На площадь Металлургов колонна демонстрантов пошла через ворота, символизирующие надежду на повышение существующего минимального размера оплаты труда. Друзья, вот если мэр города сам сказал, давайте общегородским сделаем, наверное, это так уже во многом говорит. Если власть даже понимает, что это действительно очень серьезный праздник, не только государственный праздник весны и труда, но и день международной солидарности трудящихся. А для нас он абсолютно для трудящихся очень важен. В этом году первомайская акция профсоюзов прошла под лозунгом «Достойному труду – справедливую заработную плату». Выполнение указов президента по повышению заработной платы и созданию комфортных условий труда сегодня требовали от властей и работники дошкольного образования. Мы выдвигаем такие требования к властям всех уровней. Принятие эффективных мер по финансовому обеспечению вот этих обязательств, по выполнению указов президента, повышение заработной платы педагогических работников, повышение уровня реального содержания заработной платы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги. Собравшихся на митинг череповчан с праздником поздравил мэр города Юрий Кузин. Он подчеркнул, что требования профсоюзов обоснованы, и только благодаря людям труда, даже в непростых экономических условиях, город живет и развивается. Череповец – это город-труженик. Это город, где люди большей частью трудятся на крупных промышленных предприятиях, в среднем бизнесе, в малом бизнесе и производят товары, производят нужные обществу услуги, которые и формируют благополучие нашего города. Считаю, что подобные мероприятия имеют очень важную цену. В Череповце есть конструктивный диалог между работодателями, между работниками, и очень активным посредником является профсоюз. Требования профсоюзов, прозвучавшие на митинге, включены в резолюцию, которую решено направить во все органы власти. Маевка 2015 собрала около 4000 череповчан. В жизни каждого человека имеется свойство участвовать в демонстрациях, митингах. Это наша жизнь, в конце концов, мы рабочие, поэтому для нас важно участвовать в таких мероприятиях. И общение с народом. Почему? Потому что раньше ходили на парад с родителями когда-то в детстве. И сейчас почему бы не прийти, своих детей привели. Где-то здесь вот ходят взрослых уже, которые ни разу не... Мы их в детстве не водили, как-то не было этого периода. А сейчас ходим с удовольствием и сами встретились здесь. Закончился митинг на площади Металлургов праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами города. Слезою, ты кислою, прячешь потом на работу.